Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Far Cry Classic, или классический Far Cry, в общем, самый первый Far Cry на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, какой здесь у нас FPS, ну и, конечно же, на управление от геймпада. Весит игра 2,5 гигабайта. Давайте запустим, ну и посмотрим, насколько быстро загрузится у нас Far Cry Classic. Данная игра работает у нас по обратной совместимости с Xbox 360 при печальных, на самом деле, характеристиках. 720p и 30 fps. Да, к сожалению, эта игра вообще никакого улучшения, никакого обновления не получала. Мало того, что она при таком разрешении работает, так и она полностью на английском. То есть, чтобы играть в данную игру, хотя бы более-менее нужно знать английский язык и привыкнуть к такому разрешению, да и к тому же 30 fps. Хочу сразу же поблагодарить своего подписчика Optima за то, что он мне предоставил свой аккаунт, чтобы я мог показать вам данную игру, как она работает на Xbox Series S. Зашли, все, заходим. Ну и, в принципе, быстро игра загрузилась, даже довольно быстро, я бы сказал, очень быстро. Хоть она установлена у меня на внешнем жестком диске. По поводу настроек, ну здесь понятно, все включено, немножечко звук изменен и все остальное я ничего абсолютно не трогал. Давайте компания и, собственно, приступим к миссии. Давайте возьмем второе. Нет, давайте форт сразу же выберем. Да. Ну и вообще побегаем. Решил такую самую, знаете, открытую и нагруженную, собственно, сцену и карту, именно миссию и открытый мир показать. Как здесь все выглядит. Ну, если честно, все очень печально. Могли бы, конечно, ее обновить. Full HD там, хотя бы 60 FPS, было бы гораздо лучше. Но так мы имеем 720p, если вот смотреть вдаль, то посмотри, какие текстуры там вдали. Как раз таки у этих деревьев, просто-напросто ужас. Ну, невозможно смотреть вдаль, там просто все всплывается в одну текстуру. Ну и также видишь, когда мы по сторонам смотрим, то есть у нас как-то горы тоже по-странному выглядят. Вода. К слову, отражения хоть какие-то от облаков есть, и то хорошо. Ну и все остальное понятно, то есть, как бы мыло, как бы 720p, лесенки, это все понятно. Ну и к тому же 30 FPS. Оружие все у нас состоит также из лесенок, хотя это мы в упор видим, все время будем видеть. Ну и натыкаться вы все время будете на то, что у вас оружие такое. Кстати, трава здесь неплохо выглядит, посмотри, как красиво. Все-таки как-никак первый Far Cry, игре уже сколько лет, но все же при вот таком вот всем работает игра. Да, конечно, печально. Ну, если хотите пройти, то почему бы нет? Если вы фанат серии Far Cry, почему бы не пройти? Так, давай присядем. Поближе подойдем, может быть. Может, как-нибудь поближе подойдем. Я уже забыл, как бить. Да, все правильно. Стик на правый. Давайте подойдем поближе. Хоть здесь и 30 FPS. А, ты, собака, заметил меня. Все, хорош. Режим сложности средний, поэтому здесь немножечко сложновато будет их убивать. Тем более при 30 FPS. Хорош, убил сразу же в голову. Да. Вибрация, к слову, только в геймпад, то есть в ручке геймпада. В триггеры нет, но это и понятно, что игра довольно-таки старая, никто не будет это делать. Никому просто-напросто нет до этого дела, никто заморачиваться за счет этого не будет абсолютно. Также видите вот эти все, абсолютно все доски, какие лесенки, ну, оно и понятно. Так, забрали, вот как кровь здесь выглядит, посмотрите. Все печально, более даже чем тут, тоже все в крови, ужас. Конечно бы хотелось бы улучшений, но их просто-напросто нет смысла ждать. Тут никто этого делать не будет. По поводу управления. Оно довольно-таки отзывчиво. Вообще без какого-то input лага абсолютно. То есть все довольно-таки хорошо здесь работает по управлению. Можно, кстати, знаете, как сделать? Можно даже сесть в лодку, я думаю. А, давайте. Да. И можно пострелять, наверное. Давайте, знаете, как сделаем. А, наверное. А, то есть, смотрите, здесь переключаешь режим, есть ракеты, есть обычные пули. Но ракеты у нас 0, к сожалению. Так бы можно было с ракет пострелять, почему бы нет. Давайте. Почему-то я их не могу. Странно. Я сажусь за руль, а у меня почему-то он не хочет ехать. А, все, поехал, отлично. Сейчас мы как раз-таки постреляем. Отлично. Почему не стреляет? Почему не стреляет?
Странно, почему-то у меня огонь не велся вообще. Рестарт чекпоинт, конечно же. Ну и посмотрите, моментальная загрузка. То есть вас убили, и сразу же ты уже здесь появляешься. Все, давайте. Опять же, высаживаемся сюда. Вылазим, и давайте попробуем их поубивать. Как-нибудь втихую, возможно, получится у нас. Так, отмечены цели 1, 2, здесь еще 2. Да, отлично. Попробуем переключимся. Ой, гранату зачем кинул? Зачем я кинул гранату? Странно, что переключаться оружие здесь вообще не хочет. По идее же должно у меня быть еще хотя бы одно оружие, да? Но его нет. Как бы я ни хотел, оно не переключается. Оружия просто-напросто нет. А где оружие все? Странно, оружия нет вообще. Только гранаты какие-то. Какие-то камни просто и все. Это не граната даже. Так, давай попробуем убить. По одной пульке будем пускать, а чего бы нет? Так точнее будешь попадать. В кустах прячется. Такой классический реально Far Cry. Ты посмотри просто-напросто, насколько Far Cry ушел на данный момент от первой части. Именно по графике. Да все сейчас игры, если честно, ушли. Так, все перезаряжаемся. Отлично, вы всех убили. Да, наверное, пешком пойдем туда. Сейчас все патроны здесь пособираем, все пособираем. Сюда также зайдем, посмотрите, что это такое. Поплавки якобы. Так, забираем аптечку, забираем патроны и пойдем пешком. Не будем садиться на лодку на данную. Пробежимся просто-напросто. Камни, видишь, как. Ну, то есть, вдаль вообще лучше не смотреть. Вот эта вот спутниковая тарелка, это посмотри, как она выглядит. Ну, это ужас, ну, антенна это. Это прям вообще не... лучше не смотреть в ту сторону, это ужас. Цветочки, как выглядит. Так, мы присядем. А, нас уже заметили. Как-то, блин, далеко нас замечают. Средний уровень сложности, может быть, из-за этого. На легком бы, мне кажется, не заметили. Автонаведение это присутствует, но на дальней дистанции оно как-то не помогает, что ли. Отлично. Все, замечательно. Побежали дальше. Вибрация также присутствует в моменты, когда в тебя попадают. И не только, когда ты стоишь. Просто-напросто не разглядеть вот на такой дистанции противника, куда ты там стреляешь, попадаешь ли ты вообще или нет. Вроде убил, вроде бы неплохо. ППшку можно взять? Да, взяли ППшку. Почему-то только переключиться не могу никак. Как переключаться здесь? Странно, вообще странно. То есть ты камни кидаешь, а переключиться я вообще не могу. Не переключается между оружием. В смысле? Как? Ладно, давайте попробуем еще того убить. Где он у нас? Не, ну целиться как бы просто, но попасть, увидеть кого-то, выцелить. А, он не здесь был. Отлично, все. Замечательно. Сейвинг. И вибрация пошла. При, кстати, почему-то сохранении также вибрация. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Меня опять убили, да как это сложно, ужас просто. Средняя сложность, такое чувство, будто максимальная, форт. Не, все-таки красиво, да, хорошо, что мы отсюда начинаем. Да. Странно, почему у меня реально одно оружие, как переключиться между одним и вторым. Вроде на все те кнопки, которые, по идее, обычно это работает, не работает в данной игре. Меня сейчас опять убьют. Опять меня убили. Я вообще не понимаю. Рестарт чекпоинт, да. Хорошо, что здесь все это очень быстро грузится. Так, давайте мы, наверное, сразу же сделаем, чтобы очередью стрелять, а не по одной пуле. Все, отлично. И вот того также убьем. Хорошо. Перезарядка. Так, нам бы еще вот того, который... А, вот еще здесь у нас стоит. Ты посмотри, сколько здесь много их. Хорошо. Я убил вроде бы, да? Я вроде бы убил. Но это просто такое пиксельное месиво. Если ты на данный момент играешь в актуальный какой-нибудь Far Cry, там, 6 или 5, даже 4, даже 3, и ты садишься вот как раз таки за первый, или вообще в какую-нибудь современную игру ты играешь, все. Ты просто-напросто, у тебя глаза вытекут. Здесь так все печально. Может быть, когда-нибудь, но это не точно, может, сделают
какой-нибудь ремастер, ремейк какой-нибудь игры. Как раз таки первой части, может быть, сделать. Надеемся, конечно, но смысла в этом нет. Так, броня. Все понятно. Как оружие-то переключить? Я не понимаю, почему не переключается оружие? Как это сделать, если у меня есть оружие? Вот оно, неужели? До этого нажимал, у меня не выскакивало. Какие-то странно здесь все, как-то странно. Отлично, ППшка. Вот это вот другое дело уже. Вот это вот другое дело. Так, здесь у нас все. Да, у нас здесь, смотрите, пулемет есть. Да, отлично. Можно было бы его снять, конечно, еще бы лучше. Давайте попробуем взорвать эту бочку. Класс. Ну, конечно, такое себе, если честно. Ну и виды, посмотрите, вот прям вдаль смотришь, там вообще еле-еле что-то заметно, что-то разглядеть можно. Лучше уж вообще не смотреть, потому что, опять же, повторяюсь, глаза ты себе очень сильно испортишь. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Far Cry Classic, или Far Cry Classic, или же просто-напросто Far Cry 1 на Xbox Series S по обратной совместимости с Xbox 360. Скорость загрузки видели, довольно быстро загружается сама игра. 30 стабильнейших FPS при разрешении 720p. Да, все печально, все ужасно, но если тебе нравятся данные части игр, то можно перепройти первую самую Far Cry, самую первую часть классическую. Как-то вот так игра работает на Xbox Series S, и если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Discord-серверу, подписаться на мой Instagram. Также ты можешь стать моим спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся.